Не обсили просто Red Star, кто-нибудь помните? Нет. Не помню. Ну, парет не находит. PFC Reds тоже не находит, блядь. Может, PFC, нет? А PFC, может быть, у них... А, по-моему, VFC у них, блядь. Да, да. Началось деревня лето, блять. У вас тоже есть загрузка в игроформе? Да. Они просто не принимают. О, приняли. Нет, если бы они не приняли, у нас бы не загрузилось. Приняли, приняли, уже пошло. Да я вижу, что приняли. Давайте поспокойнее, без пожаров. Если низко будут играть, тогда форварды в ножки открываемся. Что-то у меня зависла картинка. Блин. Ну, пока еще подождите. Пока. Мне двигается. Ну сейчас еще альтапнемся на поле. Не, еще пока оживает по чуть-чуть. Ебать, блять, хорошее начало, Колян. Кирюха, а ты решил проблему-то свою? О, вроде бы. Ну, у меня вот два матча, все нормально было. Что-то делал или просто перегрузился? Здравствуйте, я Георгий Черданцев, перезагрузил интернет, поставил антивирус, взял премиум подписку, проверил. Забросик давай. Первый тайм начался. Вот, Хатап, чуть раньше делай это, пожалуйста. Подходим, 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 Миш, не застывай там. Вот это вот мяча из аута. Пишите, сразу же соперник. Чё? Рано бросить, даже подойти не успел. И как он дальше мячом распорядится? Опасно это может быть. Играет он на партнера. Лёг за спиной. Штрафной подача. Хорош. Хороший вынос мяча из штрафной. Несмотря на удачный подкат, мяч по-прежнему соперник. Морено Машадо. С фланга он врывается. Фланг заброс. А, нет. Все нормально. Грамотный пас. Все по делу. Ром, выше, выше, мяч. Выше. Матич. Ходит мяч у них. Прикроем, Лёх. Можно навесить сейчас. Не получилось у атаки ничего, защита молодцом. Мич сразу вниз вот здесь спускается, потому что, блядь, ну нет прессинга. Классно он мяч перехватил. Отлично игру прочитал сейчас. И что дальше тут будет? Здорово он играет. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Пошире они играют, мяч на фланге. Матич. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Как здорово он игру читает. Миш, я там тебя страховал, ниже уже стоял. Я не бежал никуда, ты мне на ход даешь. Руни. Потери и у соперников. Не, ребят, забросы эти, забудьте нахуй. Они низко очень играют. Не надо здесь обрывать. Чё, Колян? Машадо. Да подключила, чё. Блять. Классный отбор, можно играть. Очень здорово прессингуют они. Надежный. Отлично защитник играет. Это штрафной. Просите там далеко.
Я там не тебе давал, я там на ПЗ давал. Что-то слабо пошло так. Да, без мяча остаются они. Неплохой был пас, но соперник в эту передачу прочитал. Блин, ты гола. Миш, ниже играй, пожалуйста. Вот закрывай вот эту, вот, да, да, вот. Прошу, укрыл мяч. Есть адрес у этой передачи. Неплохой перевод. Высоко играешь, играй ниже. Подали мяч с углового в центр штрафной. Выносил. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Хорошо. Пас на ход партнером. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Ближе, ближе, ближе к мячу все. Чего так? Такие передачи придают. Кирилл, ближе к мячу защитник. Морено Машадо. Тем временем соперник перехватывает мяч. Есть хороший адрес для передачи. Соперник среагирует. Ну, шире, шире играем. Видите, у них там плотность впереди, блядь. Шире играем, растягиваем впереди. Развивается эта атака. Блядь, что-то Миш, из этого может получиться. Ты, ёб твою мать, соп, блядь. Из-за боковой мяч. Сыграй надежно, пожалуйста. Я не понимаю, что вы там творите. Отдает он мяч партнеру. Играет он на партнера. Защитник тут ничего не смог сделать. Нигры здесь боковой фиксирует. Ты на позиции играешь, все, тебе понимать ничего не надо. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Опасный навес получился, но никто не смог добраться до мяча. Игорь пониже. Руни. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Твой мяч. Неплохо он с мячом идет вперед. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. И теряют они мяч. Ребят, пасиков побольше давайте. И есть вариант, куда сделать пас. Опасно тут может получиться. Браво, защитник. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Не получилось у них мяч удержать. Может он идти дальше. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Уж так долго. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. И покидает мяч штрафную. Игорь. Здорово сейчас может контратака. Парни, давайте пройти. В ножки играть, блин. Пас на ход может быть интересно. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Вот сейчас на ход. Угу. Поближе, поближе к мячу. Блядь, ну через дом. На перехвате сейчас. Две минуты еще играть, именно столько куда добавляет. Да, Леха, блин. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч 45-я. Перехватил. Еще вперед. Катают они мяч. Дальний. Пас команда. Поздно, очень хорошо на грудь читает. Вперед, вперед. Очень близко, Миш. Команда на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что... У тебя времени нет, а что там подумать тогда? Ниже играй. На такую позицию убираешь, что ты мог все время было перевести мяч куда-то. А у тебя только есть время тыркнуть его вперед и все. Что ты жмешься к защитнику? Вторая половина матча началась.
Мяч ушел вам. Игроками, с игроками. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Разгадали. Открывайтесь в ноги, ребят. Я это уже пятый раз, по-моему, говорю, нет? Из защиты же выходит. И что дальше тут будет? Ну я мощным пасом дам в ноги. Они низкого, блядь, уходят, у них защитники сразу. Не получается заброс. Я мощным пасом туда не могу дострелять даже. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Макс, иди вперед, что? Без мяча остаются они. Будешь навешивать-то, а? Отдает он мяч партнеру. Без грубой вратарской ошибки мяч на такой дистанции в ворота не попадает. Забирает мяч партнер. Пошел. Никак не могут команды проснуться. Очень вяло они смотрятся сейчас. И статистика лишний раз это. И тут может что-то получиться. В игрока да, мяч чем... попадает. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. С умом он мяч отдает. И как он дальше мячом распорядится? Великолепно сыграл защитник. И снова точно. Он сегодня ниже, просто великолепен садимся. В игре в пас. Прессинг не успеваем, сразу ниже заходит. Через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Переведите. Блин. Блять. Куда-нибудь, блять, уйти, чтобы я мог сыграть. Интересно, нормально, блядь. На ЦОПа отыграй. Да я на ЦОПа играл, блядь, тебя притянуло. Че ты в фланг ко мне лезешь? Пиздец. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Игорь ниже. Играют они в пас. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Нет, не получает от атака развития. Ром, чуть повыше играем. Придется начинать все сначала. Нет, не дошел этот пас до адреса. Игорь, низ, Игорь. И буквально подарил мяч сопернику. Да ебаный в рот, блядь. Хорошо, атака развивается. Это офсайд, атака закончена. Лёх, подходи. Матич. Играет в пас команда. Играет он на партнера. Ну дай ты мне туда, блин. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Еще чуть-чуть. Гол мог бы. Быстрее, ребятки. Ходит мяч у них. И пробил. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Не смогли они мяч удержать. Ром, не прячься за защитников, Ром. Куда? Пас на ход, да может быть интересно. Да и что дальше тут будет? Гол! Да, открывают они счет наконец-то! Ты бы сейчас тут очень низко, блин, я пошел туда вниз. 1-0, сейчас будет веселее. Шире. Можно играть. Ну же, подавай. Арбитр назначает штрафной. Довольно далеко до ворот для прямого удара. Пойдет подача в штрафную, скорее всего.
на коротке разыграли. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. Лёх, куда-нибудь сыграй, пожалуйста. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. До конца игры 7 минут. Теряют они мяч. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Отдает он передачу. Не получилось у атаки ничего, защита молодцом. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Судья дает продолжить игру. Прекрасная игра защитников штрафной. Мяч покинул пределы поля, аут. 3 минуты осталось. Катают они мяч. Легким движением ноги оставил соперника неудел. Еще одна возможность забить. Угловой будут подавать. Алекс, ты... Через пас угловой разыграли. Какой прекрасный пример отбора мяча. Основное время истекает через 1 минуту. Последний шанс у них есть матч спасти. Нужно использовать. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Ну и вот вам, пожалуйста, бунт приговоренных, если угодно. Выше всяких похвал сыграли. И в качестве награды великолепная победа. Знаешь, а я вот был готов и знал, что именно эта команда «Аутсайдер» покажет такой футбол. Ладно, давайте, всем до завтра. Интересно. И что дальше? Яркие моменты матча. Гол. 79-я минута. Все.